Мы пришли с гор и решили сходить к морю. Ну, мандарин набрали целый сотейник. Вот, пришли под навес. Вот такой ствол сосны, такой интересный, красивый. Смотрите, как все равно декоративно. Камушком выложено. И пожары, посмотрите. Да. Горит, аж пепел летит. Недалеко от нас уже. Вообще. Вот, сухая. Такое все специально. Нужен дождь. Мы на море. Хотели закат посмотреть, но очень сумрачно. Во-первых, сумрачно. Все, в общем-то, готовится к дождю. А там пожар. Так и не потушен. Мы пока ходили в лес, вертолеты летали. Но обычные, не пожарные. Наверное, облетали, смотрели территорию. Все гагры в дыму. Вот так вот. Очень жалко. Ну, по прогнозу, ночью дождь должен.